Приветствую, дорогие друзья. Читал я, короче, на форумах, что люди не могут запустить вот эту вот игрушку в разрешении 1920 на 1080, то бишь на весь экран. Сейчас я вам покажу, как запустить Halo Incredible 2008 года на весь экран. Так, и открываем Halo наше. Свойства, расположение. Отлично, открываем Voodoo. И, короче, смотрите. Сначала Voodoo не перебрасываете сюда. Идете в папочку MS X86, перекидываете вот эти все файлы сюда. Идете дальше, 3DFX X86, кидаете вот эти все файлы сюда. И после этого перекидываете вот эти два файла сюда. Потом заходите в Voodoo. Halo Infinity, DirectX, все, ок. И запускаете Halo. Вот, ребят, запустил. Игрушку Halo. Короче, вот смотрите, 1920 на 1080. Кому помог, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Короче, отлично, мы сейчас все вот так вот пройдемся. Отлично. Короче, ребят, вот такие дела. Если реально кому-то помог, ссылочка на игру будет в описании. Ссылочка на Voodoo будет тоже в описании. Обязательно поддерживайте подпиской, лайком для продвижения видео. Обязательно подписочка, потому что это мотивирует. И обязательно пишите комментарий. И не забудь поставить колокольчик.